Всем привет, друзья, с вами как всегда Драйвер 51 Рус. Значит, устанавливал я, видео у меня было рычаг передачи череп на версию 0.3.0.3.16 Spintires, да? Там немножко неправильно ребята установили, поэтому перезаписываю видео. Значит, давайте запустим. Вот пираточка у меня есть, да? Там обычный рычаг стоит. Посмотрим. Значит, вот. Посмотрим, вот у нас версия игры, да, просто запускаем полигон, смотрим рычаг какой стоит тут. Рычаг вот у нас, передача обычный. Значит, давайте выходим с игры, заходим, найти рычаг можно, ребята, в группе у меня, в разделе ссылки. Значит, вот мне кто-то посмотрел из ребят видео, увидели, что я неправильно там установил, поэтому отписались, спасибо большое. Тут у нас Дэн Хуан, спасибо огромное ему, что подправил, где неправильно, короче, объяснил. То у меня при установлении выскакивала ошибочка. Значит, где найти? Заходим, друзья, в раздел ссылки в группе. Так, ищем, нам тут нужен рычаг передачи. В итоге тут найдете, ребята, программки для записи видео, ссылки на синхронизацию света, на установку программы, чтобы устанавливать, играть с модами и картами, пиратка на Евротрак, на спинку, группы, друзей, каналы, ссылки на партнерскую программу, на VSP группу, кто будет монетизировать, на сайт на мой, то есть все. Тут увидите, что есть. Ладно, ищем рычаг передач, то есть Photoshop, вот мод, вот он, кстати, коробка передач. Да, сейчас мы, ребят, скачаем побыстречку. Так, поехали, скачали. Значит, это можно закрывать. Так, вот у нас будет где-то он, где-то тут, вот рычаг коробки передач. Можно, ребята, распаковать, можно так, у кого архиватор вот эти программки есть, то есть открыть так. Давайте, чтоб разархивируем. Вот, чтобы понятнее было. Так, значит, тут есть текстовые документы, можете почитать, это сверху мое. Опять же, также присутствуют ссылочки все. Не знаю, по ним, если можно зайти. Если нет, то вот так можно скопировать саму ссылку любую там и вставить в браузер, найдете, куда зайти. И от автора, кто рычаг делал, там адаптировал. Так, это не суть. Значит, вот берем, ребята. Открываем вот этот Redmi. Значит, тут прописочка. Можете вот это все скопировать. Например, кому интересно, можете скопировать в Яндексе, это все перевести, например, грубо говоря. И тут все будет, ребята, популярно тоже написано. Кому понятно, непонятно. Кстати, люди так и сделали, перевели и поставили правильно, без ошибки. Значит, давайте заходим. Вот она, игра у нас. Папка. Независимая игра, лицуха или пиратка. То есть заходите, папка юзер, вот это открываем конфиг. Нотепадом или текстом, документом. Значит, вот. Это у нас прописочка Redmi, вот это. Копируем, ребят, вот эту строчку. Вот. Копировать. Вставляем ее вот сюда. Сохраняем. Сохраняем еще раз. Сохраняем. У меня тут что-то попросил какую-то балду. Не силен в английском. Так, вот, вот у нас получилась вот эта строчка вставлена. То есть вот, которую мы копировали. По архиву. Рычага передачи. Вот она. Добавлено. Все, этот файл мы можем, в принципе, закрывать. Нет, нам ничего не нужно. Все, она в конфиге здесь прописана в игре. Берем вот эту, копируем вот этот архив. И просто тупо вставляем его сюда, где
находится вот эта вся балда у нас от игры. То есть корневая папка игры, скажем так, да? Вот. Все. Рычаг, по идее, должен быть установлен. Сейчас вот делаем чистку кэша и по-новому запускаем эту же игру, которую только что запускали. Мы смотрим рычаг передач, заходим на полигон. И вот, пожалуйста, ребят, без всяких ошибок, правильная установка данного рычага передач у нас произошла. Давайте, можно завестись, прокатиться. Все, ребята, видите, понижаечка у нас, все. Когда еще наводите на него, смотрите, ребята, эти шарабаны, глазищи у него загораются. Рычаг прикольный, да и намного удобнее, по-моему, вот, чем старый. Единственное, что тут не доделано, так это вот тут вот не, полосочки не горят, когда тут на понижаечке идешь, то есть, видите, нету, как на старом рычаге. Ну, не знаю, мне очень нравится этот рычаг. Удалить его тоже, как бы, сейчас могу показать, а давайте выходим. Еще раз повторюсь, вот давайте посмотрим. Видите, запускаем игру. Никакая ошибка не выскакивает. В мультиплеере все это, ребята, работает без проблем. Ставьте, кому нравится. Лично мне так нравится. Обалденный рычажок такой прикольный. Ладно, выходим. Удалить опять так же. Берем, вот удаляем вот этот наш архив, который мы воткнули сюда, да, то есть просто мы его удаляем. Отсюда с игры заходим опять в папку User, Config. Вот, удаляем вот эту строчку. Сохраняем. Там просит постоянно какие-то обновиться. Вот, сохраняем. И получается, что у нас настройка та же самая, которая была. Да, чистим кэш. Заходим в игру, и у нас сейчас старый рычаг он стоит, по идее. Так, полигон. Да, вот, пожалуйста, ребята, рычажок все на месте. То есть, давайте еще для тех, кто недопонял. Таких очень много, ребята, постоянно, долго. Значит, открываем регби, копируем. Заходим в папку с игрой, корневую, юзер папку, вот сюда мы просто добавляем эту строчку, вставляем, сохраняем. Сохраняем, вот, сохранили мы. И вот этот архив, так, вот мы сохранили в конфиге, да, юзер папки, и вот этот архив мы копируем. Просто вставляем в корневую папку с игрой. Спасибо Дэн Хуану. Это он меня тут немножко подправил, помог. Я как бы играл с ошибкой. И поэтому мне так по барабану было. Я играл вообще в мультиплеере, ничего не выскакивало. Поэтому, ну вот, все опять на полигоне. И все, рычаг у нас опять стоит. То есть вообще очень легко ставится, без всяких проблем. Писываем одну строчку, перекидываем архив. Архив в этот самый, корневую папку с игрой, и все, и удаляется очень тоже так же легко и просто. Так что вот, всем, ребята, спасибо за просмотр, ставьте лайки, делитесь видео, устанавливайте рычаг, качайте, найдете его как под видео, будет ссылочка, так и в моей группе, подписывайтесь в группу, на канал. Всем удачи, с вами был Драйвер 51 Рус, всем пока.